Стоимость процедуры в зависимости от салона она различная. Если вы работаете на себя, то ее вообще можно регулировать в зависимости от того, как быстро вы хотите отбить данные до аппарата. Все равно как-то уровень. Что вы говорите? Ну, приемлемо кусачего среднего. Можете хотя бы от и до? А, от 3000. Это пример. То есть на одном месте начинаем работать. Вот если повернуться в камеру, вы увидите, насколько розовая сразу становится кожа. При этом я еле-еле прикасаюсь к ней. Татьяна у нас вообще самый нежный пациент из всех пациентов. А? Нет, что? Мы работаем на коллагене. И тут прогрев не выше 42 градусов. И он самостоятельно регулирует это. В том-то дело, что у нас безопасность этого аппарата. Ну, вот. Губки обязательно не забывайте проходить. Так не надо делать. Вот, да. Забываем, что пациенты у нас любят вытянуть губы. Этого у нас нет. По зубам не стучит? Нет. То есть мы действуем только на кожу. Немножко на подкожную жировую клетчатку. Нет, это противопоказание там написано было. Рассосет, конечно, еще как рассосет. Если делали контурку, да, это противопоказание огромному количеству физиотерапевтических процедур. Мы говорим, когда мы работаем по, скажем так, без этого, без противопоказаний. И вот здесь потом берете гели. Немножко захватываете побольше и идете под глазами уже. Прям конкретно. Больно? Неприятно? Больше геля? Нет, больше. Больше геля? Нет. Больше не надо там вести? Да. Хорошо, так скажите. Там, доктор, делать не надо. Все. Что, неприятное ощущение? Неприятное. Просто не хочет. Ну вот, видите. Делайте, я хочу. На шее делаем. На шее делаем, конечно. Обходим всегда. После. После сразу. После РФ. После РФ сразу сыворотку нанесли. Все упало. Так вообще просто. Вот после этого я хотел сделать карбокситерапию нашу неинвазивную. Еще лучше был бы эффект. Но я возьму... Так вот Татьяна сегодня занята очень... Я возьму плацентарную нашу сыворотку и нанесу плацентарную сыворотку плюс гидролипидный гель. И будет феноменальный результат. А вот РФ, а потом биоревитализацию можно. Это очень хорошо. Курс РФ-ки, а потом биоревитализацию. Ну, курс какой? Вы сделали две процедуры, а после этого начали делать РФ. То есть после этого делать биоревитализацию. Но две процедуры эти запустили у вас образование неоколлагеноза, нового коллагена, намного лучше, чем, нежели просто так. Намного лучше. То есть у вас комплексность уже идет в лечении. Еще раз. Недостаточно гелем, уже работает или некомфортно клиент? Нет, просто нет соприкосновения, он не работает вообще. Проводимости. Но проводимости нету, гель нам нужен для проводимости. Поэтому добавляем так горошину, ну вот, или палочкой, пальцем. Ну вот, да. Чтобы электропроводимость у нас была полная между этими, как сказать. Видите, он у вас просто будет молчать, у нас не будет ничего делать, никаких. Смотрите, дотронулся, все уже, пошло. Какой? РФ? Да. Как вам нравится? Нет, РФ все одинаковые, в отличие, единственное отличие по телу, он другой, потому что там длина волны другая. Ну, вот. А мне нравится тот, который со светолечением вместе, потому что там комплекс можно делать. А тут вот переносец можно делать? У вас там ботокс? Нет, вот тут нет. У вас там ботокс? Да. Вот в этой области все. И можно, конечно, сделать, побыстрее расходуется. Но вот. Все аппаратные методики расщепляют ботокс, потому что улучшают микроциркуляцию. Все?